Приветствую вас. Если я правильно вас понял, то вы боитесь сближаться с людьми по той же причине, что опасаетесь влюбиться. Вот, и опасаетесь того, что в итоге вас бросит. То есть я бы сказал, что здесь, наверное, страх превалирующий идет не про одиночество больше. Вот. А про быть брошенным. Тут это выглядит так, что вы боитесь быть брошенным. И если я прав, и вы действительно боитесь быть брошены, то вот это страх родом из детства и связан он с отношениями с родителями. Вот. В частности, с вашим восприятием родителей. То есть, ну, это связано вот с тем, как вам воспринимают родители. Вот. И, соответственно, как вы воспринимали их действия. Но факт в том, что вот у вас страх быть брошенным, вы боитесь как бы, что вас бросят. Вот. Важно понять, почему вы боитесь, что вас бросят. Вот. И перестать бояться брошен. Для этого, да, поработать с самооценкой можно и нужно. Вот, самодостаточность разгрузить немножко значение для вас любви, и тогда ситуация выправит. Вот. Сейчас вам, конечно, трудно, потому что вы все время находитесь в страхе. А есть и еще один момент. Это личные границы, то есть вы, может быть, боитесь сближаться, потому что очень быстро привязываетесь из-за того, что вам чего-то в себе не хватает. Вот. И, соответственно, в этом нужно тоже разобраться с тем, чего вам не хватает. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего вам самого доброго. Я надеюсь, что ситуация разрешится. Вот, вы обратитесь к
психологу, вот, и разберете все проблемы, которые вас беспокоят и волнуют. Вот, ну, я вам желаю всего самого доброго, удачи, и я надеюсь, что ситуация изменится в позитивную сторону.